Здрасте. Добро пожаловать обратно в наш прекрасный город Чипманквиль. Посмотрите, насколько он прекрасен. Да. Ладно, это все такое. Лишние слова. Давайте что-нибудь с ним делать. И первое, что я хочу сделать, это переименовать один райончик. И, может быть, даже не один. В частности, Grove Heights, наш первый район. Мы его переименуем. И вообще, да, правильно было предложено в комментариях обзывать районы в честь тех, кто поддерживает канал. И поэтому этот район будет называться Румын Хайтс. А почему бы и нет? Вполне себе хорошее название. Вот здесь у нас будет находиться Пирл Парк. Район так называется. У нас это точно район так называется? Да, это обычный район. Мы его тоже переименуем. И он будет называться Евлампий Парк. Да. А почему бы и нет? Евлампий Парк. Только я неправильно написал. Евлампий Парк. Вот, нормальное название, мне оно нравится. Вполне себе. Я не понимаю, что это за синие полосочки такие появляются. Какие-то артефакты. Также у нас здесь есть новый район, который мы построили в прошлый раз, и с вот этой вот ублюдской развязкой. Я ее потом обязательно переделаю. Сегодня собирался поставить нормально модов, но у нас в стране рубанули интернет, поэтому вот так вот и живем мы, да. Вот. А вообще, собирался я сегодня заняться обустройством этого района, как ни странно. У нас есть 96 тысяч денег, и в принципе, давайте тогда его обустраивать. Для начала, разумеется, нужно провести сюда воду, обеспечить все это дело водичкой. Поведем ее вот отсюда, наверное. И сейчас красиво это все дело обвяжем. Можно, в принципе, вот так вот по контуру это все сделать, а потом подключить. Потом зарисовать это впереди. Во, вот так вот. Нормально. И сейчас... Боже мой, что я творю. Ладно. Будет вот так, я не знаю. У нас, знаете, трубопровод Равшана и Джумшуты прокладывали. Потом будут все удивляться, какого хрена ничего не работает. И вода слишком холодная в трубах, а горячая... Ну, понятно, все, да. Соответственно, водичка здесь теперь есть. Электричество... Электричество давайте мы, наверное, кинем вот с этой вот... пупуськи, вот так вот его по воде здесь проведем и, в принципе, вот сюда вот в угол. И, соответственно, застройку мы начнем именно отсюда. Это у нас уже будет такой, скажем так, более богатый, более классный райончик с новостроечками и все такое прочее. И здесь мы будем все с высокой плотностью. Хотя по краям, кстати, можно сделать и с низкой плотностью. Например, вот здесь вот эти домики тоже можно ответвление сделать с низкой плотностью. Мне кажется, так будет симпатичнее. И пока что хватит. Я надеюсь, они здесь будут застраиваться, и я надеюсь, что электричество у них из-за этого будет. А у нас тем временем пошел дождик, но ничего страшного. Также, кстати, у нас есть здесь зона с сельским хозяйством, и есть у нас центр Элк, там, где мы собирались впихнуть именно промышленность, которая именно индустриальная зона. Но начнем мы, наверное, с обычного паркового хозяйства, точнее сельского хозяйства. Здесь тоже можно это все дело разметить, и можно, я думаю, двухполосной гравийной дорогой, никто не будет против. Надо как-то это только красиво все повыводить и по максимуму эту зону задействовать. Можно, в принципе, провести одну длинную такую вот дорогу. Давайте ее и проведем, че уж там. Дайте-ка мне направляющую, вот так вот. И вот так вот она приходит, да, нормальная ровная дорога. И от нее сделаем какие-то, я не знаю, ответвления, что ли. А можно вот строить дороги так, чтобы видеть районы? Можно. Во, думаю, как бы это лучше поступить. Давайте это вот так вот пойдет. Во, слушайте, вполне нормально. Отлично, вот это мне нравится. И здесь мы сделаем то же самое. Вот так вот. И вот так вот. И все. У нас вроде как даже почти все покрыто. И здесь будут маленькие фермочки находиться. Можно, в принципе, их даже уже пару штук сюда вот так вот впихнуть. Немного пока что для начала. Потому что спроса на промышленность у нас особо сильного нету. Да, кстати, воды здесь, по-моему, тоже нету. Поэтому надо ее сюда провести. Вот так вот. Бздынь, бздынь, бздынь. Водичка есть. Электричество здесь тоже пока что, увы, нету. Здесь у нас, кстати, вот образовались уже первые домики. Электричество к ним подсосалось. Все замечательно. Также этим ребятишкам нужна коммерция, и коммерцию, наверное, мы знаете, куда сделаем. Пускай она будет по контуру вот этого вот самого района, да. Можно начать вот отсюда. И, соответственно, чтобы у них было электричество, можно даже соединить... Блин, а как здесь высокую плотность-то сделать, если сильно захотеть-то? Ладно, высокая плотность у нас тогда пойдет вот здесь. Здесь уже будут такие, знаете, новостроечки. Большие жилые домики. Да, пойдет. Пока что пойдет. Школы, полиции мы все это сделаем попозже, после того, как застроим все жилыми или не очень жилыми зонами.
Я не понимаю, что здесь вот это вот за синий артефакт. Боже мой, что с этой игрой не так? Кстати, что у нас по свалкам? По свалкам у нас все плохо, да? Заполнено. Вторая заполнена на 83%, это заполнено на 25%. Надеюсь, скоро у нас уже появится... А, он, кстати, уже у нас появился. Слушайте, это же хорошо, можно впендюрить. Я думаю, стоит даже два поставить. Пускай работают, они, насколько я знаю, даже электричество еще у нас производят, нет? Да, выходная мощность есть электричество. Надеюсь, они будут справляться, 27 мусоровозов, и заодно можно тогда и эту свалку очистить. Пускай очищает, свалки мы потом снесем нахрен, они мне не нравятся. Я люблю именно на заводике. Так, что у нас здесь в новом районе? В новом районе у нас уже появляются более-менее такие большие домики. Здорово. Потихонечку они вырастают, и за этим даже, знаете ли, приятно смотреть. Спрос на жилье у нас падает. Ну, да, понятно, здесь будет высокая плотность. Посмотрите, какой домино отгрохался. Сколько здесь, интересно, людей будет жить? Здесь вон люди построили какие-то минимальные поля, но у них не хватает электричества. Не знаю, зачем им здесь электричество на полях. Может, его сейчас как-нибудь прокинуть, чтобы было. Потом уже, когда все это дело соединится, уже забьем на это хрен. Да, кстати, у нас есть парк, и... Вот парк я не знаю, как назвать. И район. Давайте район, кстати, тоже обзовем как-нибудь. Он у нас будет называться Микантара парк. Вот. Микантара парк. Хорошее название. И можно, кстати, начинать уже обустройство именно парка как... парка. Я давно хотел это сделать. Для начала, конечно же, в парке нужен вход. Главный вход и не главный вход. Надо будет сделать много маленьких входов, но вот главный давайте вот напротив прямо вот нашего проспекта, который приводит в наш город, Strawberry сады. А, ну правильно, парк-то название не имеет. Соответственно, у нас есть вход в парк. Также нам нужно несколько, скажем так, боковых входов, которые будут, ну, маленькие. Расположим их везде. Пускай они будут вот так вот. И давайте еще один вот сюда вот мы тоже впихнем. Вот эти парки, точнее, входы должны быть. Можно, соответственно, теперь провести дорожки к этим входам, ко всем. Я, наверное, хочу, знаете ли, кривые дорожки в этом парке. Оно так, знаете ли, покрасивше будет выглядеть. Давайте вот отсюда тоже дорожку какую-то поведем вот так вот, которая будет приходить в эту дорожку и уходить. И уходить как-то, я не знаю даже, как она будет уходить. Уходить она будет вот сюда. Надо больше угла, больше закругления. Вот так вот. Вот так вполне неплохо. У нас есть еще один вход, который тоже надо подключить. И сделаем это вот так вот, да. Вот такой вот парк, вот такие вот дорожки у нас будут. А что, вполне неплохо. Можно, в принципе, не, давайте вход в парк у нас будет как вход в парк. Можно, кстати, и заборчиками это все дело отделить. Но как-то оно некрасиво-то и выглядит, я вам скажу. Вот не поставил я моды, есть замечательные моды типа Move-It'а и прочих, которые позволяют делать все как надо, все по фэншую. А вот мы потом и сделаем, поставлю моды, так и сделаем. Соответственно, еще мы можем поставить парковое кафе. Это прям обязательное мероприятие. Давайте его всунем вот сюда. И парковый туалет. Парковый туалет мы сделаем где-нибудь вот здесь. Пускай будет. Куда же люди без туалета-то? Что это у нас? Парковый инфокиоск. Инфокиоск, кстати, тоже важная штука. Можно ее впихнуть именно около главного входа. Пускай стоит. Тут вообще много всяких штук классных. Урны, клумбы. Классно, слушайте. И опять дождь у нас пошел. Фургон с мороженым. Слушайте, вот это классно. Фургон с мороженым должен быть. Даже несмотря на то, что здесь стоит кафе, где люди смогут купить себе мороженку, я думаю, рядом надо поставить фургончик с мороженым. Вполне симпатично он здесь будет выглядеть. Старая пушка, господи, сколько здесь всего классного. А это у меня еще и модов нету. Ну да ладно. Также сюда можно впилить какие-нибудь аттракционы. Но это как бы вообще для другого парка. Создать парк развлечений. Понятно, сюда мы их не впихнем. Я, знаете ли, никогда с этим не игрался. Можно также зоопарк сделать. А почему бы и нет? Сделаем и зоопарк, и парк аттракционов потом где-нибудь. У нас, правда, проблемы с электричеством большие. Ну и ладно. Не, надо свет как-то подводить, особенно к ферме. Ща пойдем. Надо дальше застраиваться. Пойдем вот-вот по этой вот дорожке. Вот столько домиков пускай у нас дальше растут. Можно даже немножко коммерции еще добавить, потому что на нее тоже есть спрос. Вот столько, я думаю, хватит. И есть спрос на промышленные районы. Кстати, мы здесь уже все... А, мы здесь еще не все заселили. Так что можно промышленность-то продолжать. Да, в общем-то, пускай здесь она будет. Как только здесь у нас все закончится место. Кстати, у нас тут пожар. Дождь идет, и все горит. Почему природа сама не тушит? Ладно, благо у нас есть пожарные, поэтому все нормально. Что у нас по поводу парка? Обслуживание, развлекательная ценность для следующего уровня 282. Это, видимо, я уже сделал. Можно сделать цену билета. Но нет, пускай будет 10.
Пускай будет 10. Политики можно. Гуманное обращение с животными, рекламная кампания, главный парк. Я думаю, это будет у нас главный парк в любом случае. Заявите о парке как и главной достопримечательности города, чтобы сделать его более привлекательным для туристов. Если политика активна для нескольких парков, они будут одинаково интересны посетителям. Понятно. Чистота и веселье мы тоже сделаем. Немножко нам обойдется... Ух ты, гроза, ни хрена себе, шандарахнуло-то. Это нам обойдется в копеечку, ну ладно, пока что будет так. Охренеть, тут молнии сверкают. Сейчас леса будут гореть. Вообще, вот это вот все дело тоже неплохо было бы поставить деревьями, но я не поставил мод, который делает кисть деревьев. Оставить по одному мне впадлу, это логично. На следующий раз все сделаем, обязательно, честно, обещаю. Хочу еще сюда что-нибудь поставить, знаете ли, к главному входу. Ладно, у нас будет обычный парк, и мы будем все брать отсюда. Еще, кстати, природный парк есть. Что это такое? Место для костра, палатки, понятно, кемпинг, короче. Прикольно, прикольно, да. Ларек с едой. Ларек с едой тоже можно куда-нибудь поставить. Как здесь вход, а где... вот так вот он должен стоять. Во, пускай стоит. Вот так вот, бздынь. Людишки смогут сюда приходить и пить что-нибудь. Рядом лавочка есть, классно. Что у нас по обустройству? Тут вроде как даже что-то появилось, и этот вход в парк. А он у нас, кстати, не подведен дорожкой. А какого хрена, расскажите мне? Ща подведем, не боись. Во, вот так вот, нормально. Да сверкает, ё-моё, а какого хрена гроза идет? Мне страшно, я не люблю грозу. Ладно, шутка. Есть какая-нибудь информация о том, сколько... Вот я вижу, люди здесь ходят, даже на велосипедах катаются по парку. Эй, велосипедист, куда ты едешь? Он уборщик в Orchard Corn Company. Понятно, у них там нет электричества, и я не знаю, ну типа уборщик вот здесь, что он делает? В чем заключается его работа? Ну ладно, убирает поле. Может быть, комбайнера так называют? Привлекательность 600, размер, да это все понятно. А вот, посетителей 13. Надо, чтобы было 500, и тогда нам откроется следующий уровень, и мы сможем там что-нибудь крутое сделать. Здесь люди все продолжают негодовать из-за отсутствия электричества, но... Да, кстати, у нас появляется опять спрос на жилье. Сейчас сюда мы дотянем и электричество, не переживайте. Вот так вот тоже можно сделать. Ну и вроде как оно типа должно будет дотянуться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Что-то уже пошло расти, можно даже время ускорить. Пускай растет. Вот там и до входа в парк дотянулось, что хорошо. Давайте домики растите. Все, подключилась у нас наша ферма к электричеству, это замечательно. Парк Хайтс, ферма. Кто у нас из спонсоров главный фермер? Конечно же, это Харрис. Поэтому этот район у нас будет в честь Харриса. Харрис Хайтс. Харрис Хайтс. Почему бы и нет? У нас осталось неподключенным к электричеству два выхода. Три. Три выхода, и, кстати, здесь тоже нужно электричество. Какого хрена? Ладно, это вполне логично, но оно, благо, далеко цепляется. Честно говоря, линия электропередач, охренеть, как громко гроза идет. Ладно, не суть важно. Нам надо сюда как-то провести электричество, да. Поэтому продолжим застраивать все вот это дело коммерцией. Здесь оно подхватится. Внутри парка я не очень хочу что-либо строить, хотя, может быть, имеет смысл. Но я не буду. Нет, не хочу. Электричества вроде просадок никаких нету, вот за исключением вот этого маленького кусочка. Коммерция, кстати, довольно быстро обрастает, меня это радует. Несказанно. И домики, у нас уже большие домики здесь. Классно, здорово. Вот на этой маленькой пупуське, на этом маленьком ответвлении, кстати, можно построить маленькие домики, то бишь низкую плотность, как-то так. А остальное все будем застраивать высокой плотностью, почему бы и нет. Вот такой вот замечательный райончик. Домики растут, пускай растут. Ничего, мы потом здесь начнем строить всякие больнички и прочие, полицейские участки. Кстати, ферма горит. И мне кажется... А, не, смотрите, приехали потушить, даже несмотря на то, что довольно-таки далеко они были. Но нахрен здесь все сгорело. Не будет, короче, у нас кукурузки в этом сезоне. Или пшеничку, я не знаю, что они там выращивали. Ну да и хрен с ним. А у нас тем временем, кстати, уже 9000 жителей, и у нас теперь типа большой город. Доступен поезд, монорельс, канатная дорога, новых куча политик, новые дороги с монорельсом. Но, честно говоря, не очень хочу в это дело упарываться. Новое здание, железнодорожная всякая фигня, и, в общем-то, на этом и все. Йога-парк и баскетбольный стадион, это для образования. Здорово, в принципе. Но давайте тогда мы продлим вот сюда вот коммерческой зоне немножко, дабы застраивалось у нас здесь и привело нам сюда свет, электричество. Можно, в принципе, вокруг уже всего этого парка тоже это все дело засандалить, и этого должно хватить надолго. Появляется тем временем, кстати, еще и спрос на промышленность. Что у нас тут? У нас тут все застроилось. Здорово. Поэтому погнали тогда застраивать этот трезубец. Господи, что это получилось такое? Ну ничего, нормально. Фермочка. Можно это все дело и дальше пускать. Я думаю, если мы сделаем вот так, то этого должно хватить.
Во. Вроде как денежки у нас есть, появляется опять спрос на жилье. В общем-то, этот райончик мы чуть-чуть обустроили, как бы это все красивенько сделать, красивый вид какой-нибудь. Вот так вот. Вполне себе, кстати, годный райончик. Мне нравится. Ну, симпатично же получилось, согласитесь. На этом мы, друзья, эту серию закончим. Вы же, товарищи, не забывайте про лайкусики, комментарии, предлагайте свои идеи и все остальное, советы и прочее. С удовольствием все почитаю. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.